Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы с вами находимся на скайблоке. Здесь у меня было одно дерево, я его, значит, полностью срубил. Так, здесь надо будет аккуратненько, что-то я разбежался. Я говорил уже, что я уже падал несколько раз. Я смотрю, сколько много саженцев. Все забираю саженцы сразу. Что еще есть у меня? У меня есть картошка, у меня есть морковка. Возьмем сразу сундук. Сундук. И в сундук мы сейчас здесь поставим сундучок наш. Вот сюда даже. И это все дело сюда я посажу. Сейчас вещи срочно. А его у меня не будет. Вот, на всякий случай. Зомбак. Ему не очень хорошо. Но он не любит загорать на солнце. Все, он умер. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы с вами находимся на скайблоке выживание. Такое вот выживание, сейчас я вам покажу, что у меня вообще здесь есть. По левую руку от меня, от вас также вот здесь вот, мы видим, это генератор булыжника. Генератор булыжника. Дальше вам рассказываю, что у меня еще здесь есть. А, в принципе, такой вот остров, который я сам сделал из камня. С помощью. Вот так вот подходишь, берешь камушек. Ай, сгорел камень, ё-моё. Вот, и строишь такую, я построил такую платформу. Здесь у меня было одно дерево. Я его, значит, полностью срубил. Взял доски. И, короче, они у меня все исчезли. Я их использовал на кирки. Потом использовал я на лопату. Короче, больше досок у меня нет. И что самое интересное, если упадешь, то все, кранты тебе будут. Поэтому я делаю так. Настройки. Делаю управление. А нет, подожди. Не здесь, а специальные возможности. Красится переключение. Да, готово. То бишь. Все. Да, я иду, да, я хожу медленно, но я не упаду. В пропасть. А это самое главное. Потому что я уже один раз так упал. И все. Один раз упал, и у тебя все пропало. Вот, надо аккуратненько идти. Я хочу сделать такой вот мостик. Там у меня есть вот остров, видишь, да? Вот я хочу сделать туда тропинку. Так, все. Кончилось у нас. Надо будет опять добывать камень. Ну что ж поделаешь. Придется добывать. Как я добываю, я это все ускорю. Поэтому, чтоб тебе долго не ждать. Ну, в принципе, пока достаточно. 53 булыжника у меня. Так, здесь надо будет аккуратненько, что-то я разбежался. Я говорил уже, что я уже падал несколько раз, это было печально. Все, приходилось начинать все сначала, с всей карты. Найдите дерево, срубите его ударами. Это что такое? У меня за задание такое, да, идет? Срубить его ударами. Это уже у меня, я уже сделал, в принципе. Ударами я его срубал уже, поэтому... Чего новенького нет? О! Осталось совсем чуть-чуть дойти, подожди. Совсем чуть-чуть. Так, кактус у меня был. Кактус, мне кажется, это достаточно-таки бесполезная вещь. Так, сделаем сразу окантовку. Делаем сразу окантовочку. О, хорошо, хотя бы сюда. Что у меня здесь есть? А у меня здесь есть много чего интересного, я смотрю. У нас есть земля, возьмем немножко. Ух ты, у нас есть деревья. Смотри, сколько много саженцев. Все забираю саженцы сразу. Что еще есть у меня? У меня есть картошка, у меня есть морковка, у меня есть сладкие ягоды, у меня здесь есть свекла, семена тыквы, еще много саженцев. Так, обсидиан есть, круто. Ломтик арбуза, и есть у меня еще ведро воды и ведро лавы. Так, хорошо, это я все беру с собой. В принципе, а я еще, знаешь, что сделаю? Я еще заберу вот этот сундучок с собой. Вот, хорошо. Дальше я заберу, наверное, вот эту штуку. И, в принципе, так, а у меня лопата есть? Есть. И сейчас я заберу песочек. Вот. Хорошо.
В принципе, ой-ой, там уже обрыв, там уже обрыв, нужно аккуратненько. Так, песочка, в принципе, хватит мне. Все, иду домой, бегу аккуратненько, чтобы не свалиться. Ой, хоть бы не упасть. С таким-то добром, ребята. Ух, добежали. Так, а теперь садим сюда елочку. Так, вот это дерево сюда, тропическое. Что у нас там еще есть? О, береза, я люблю березу. Березу обожаю. Так, березку. Что еще здесь? Сладкие ягоды. О, саженец темного дуба и саженец тропического дерева. Тропического дерева. Ага. Ну, пусть здесь тропическое дерево будет. А дуб мы высадим вот, наверное, знаешь куда? А, вот сюда пускай. Вот здесь дуб растет. Да. Дальше. Возьмем сразу сундук. Сундук. И в сундук мы сейчас здесь поставим сундучок наш. Вот сюда даже. И это все дело сюда я посажу. Вот, водичка есть, лава есть, хорошо. Надо сделать сразу, нам будет источник воды. Бесконечный, да-да-да-да-да-да, сейчас я этим займусь. Хорошо, сейчас сделаем. Так, пока ведро здесь поставлю. Мне нужно будет еще, ой, эти все фрукты, сухофрукты тоже все спрячу пока. Не дай бог, оно у меня сейчас упадет, куда-нибудь разобьется. Так, надо будет сейчас добыть еще камня. И я сделаю этот самый, как его, источник. Вечный источник воды. Вот. Мне, в принципе, мне надо 8 камушков. Сделаем 10 на всякий случай. Вот так, хорошо. Источник воды. Так, а здесь тоже, видишь, упал. У нас сейчас берем. И у нас где будет источник воды? Давай здесь сделаем, в принципе. Так, получается. Вот так будет. Раз, два, три. Вот так. Вот здесь будет вечная вода. Источник воды. То есть берем ведерко сюда. И сейчас ведерко одно вот сюда. Вуаля! Да, все, у нас бесконечная вода есть. Так, ведро сразу сюда выливаем назад. Хорошо. Ведерко прячем. Вот, еще и лава есть. Ведро лавы. Так, ну пускай она здесь пока стоит, хорошо. Угу. О, нифига себе, смотри, береза выросла. Прикол, прикол. Так, сейчас я здесь сделаю окантовочку небольшую. Офигеть, первое дерево у нас выросло, ребята. Это очень хорошо. Окончилось у меня. Так, ну все. А, у меня нету этого, подожди. Алло. Надо рукой будет все это делать. У меня нету инструмента. Ну, ничего страшного. Так, сейчас ручкой это все сделаем. Ну, сейчас я сделаю топор, подожди. Я сделаю сейчас топор. Мне нужен немножко камня. 3 штуки для топора. А, в принципе, я сразу еще сделаю кирку, наверное. Да? Ой, сгорел. Да, сразу сделаю кирку. 4. Надо 6. 5. Вот, все, 6. Готово. А, подожди, куда? Нет, вот у меня здесь есть. Так, берем. Делаем палочки. Палочки. И делаем топор. Вот есть у нас топор. И сделаю одну кирку. Пригодится. А, надо еще мотыгу хочу сделать. Мотыгу, мотыгу. Сейчас сделаем еще мотыгу. Подожди. Раз. Два. Ой, сгорело все. 3. Ох, нифига, молния фигачит. Так, делаем мотыгу срочно. Ага. Вот есть. И сюда мы посадим. Подожди, где у меня тут есть именно морковку? Картошку. Да, короче, все, что тут есть, мы это все посадим. Надо будет мне еще побольше земли. А где будем садить? Подожди, вот здесь у меня вода, источник, да, как бы есть. Мы сюда и посадим. Сделаем такой вот небольшой здесь, как так сказать, садик такой. Сад будет у нас, да. Ну, не сад, а я имею в виду, огород будет. Огород. В принципе, такой огородик небольшой будет. Достаточно. Достаточно. И садим. Тут у меня будет морковь. Тут у меня будет картошка. Здесь у меня будет свекла. А, свекла нужно по-другому садить. Семена. А, нет, ее не так садят. Свекла. Красный краситель. А как ее садить-то? Я что-то забыл. Да. Ладно. Наверное, не то совсем. Потом разберемся мы со свеклой.
Ну все, у меня картошка хоть есть, да, это самое, еда бы какая-то. А, у меня еще арбуз есть, я забыл совсем совершенно про арбуз. Арбуз мы тоже будем садить с вами. Вот, берем семена арбуза. Все, есть. А, вот еще семена тыквы у меня есть. И вот еще, и сладкие ягоды еще, пацаны, хорошо. Все, все, пусть растет. Так, сладкие ягоды мы сюда посадим. Ух ты, крипер, в смысле, алло, крипер. Не, крипер нам не нужен. Подожди. Офигеть. Не-не-не-не-не. Крипер. Вот так, все. Нафиг тебя. А здесь бы надо сделать еще, знаешь, уголь сделать. Сейчас я сделаю уголь. Я сделаю сейчас свечи срочно. Факела нужны, факела. Так, факела. Как делать факела? Факела делается. Мне нужно сделать срочно эту коптильню. Мне нужно будет 8 булыжника. И сделаем печку. Вот, смотри, в принципе, хорошо, быстро сейчас начала она работать. Ага, достаточно, 13 штук даже. Более чем. Ух ты, крипер исчез, смотри. Крипер исчез, был только что крипер, его не стало. Так, все, берем печь. Печь. Печь я с этой стороны поставлю. И сейчас будем делать... подожди, знаешь что? Секунду. Возьмем досочек. Ага. А палочки, в принципе, у меня есть. Все нормально. Все, ждем. Ух ты! Семена. Саженец березы сразу же садим. Все, и ждем, пока может еще что-то появится. Исчез крипер. Хорошо. Хорошо, крипера нету. Все, он исчез. Хорошо. Да, где у нас там что? Ух ты, еще саженец березки. Садим ее сюда. Березка мне нравится. И посмотрим. Есть у нас древесный уголь. Хорошо. Делаем свечи. Факела. 8 факелов. Нормально. И сейчас по периметру мы здесь их поставим. Факела. Раз. Два. Три. Чтобы не было всяких чудиков здесь. Чтобы здесь чудики всякие не появились. Вот. И сюда. Вот так вот временно. Потом я уберу отсюда. Все, и вот здесь пускай свечечка горит. Так, один остался, да, у меня? Ну, давай я его сюда сейчас поставлю. Вот так. Во! Уже более-менее светло стало. Надо будет еще, подожди. Давай мне еще. Надо еще сделать факелов. Вот еще 8 штук. Ну и здесь поставим. Вот сюда. Раз, два, три. Здесь можно еще поставить. Ух ты! Зомбак, смотри. Зомбак стоит. Офигеть. Куда бы еще поставить, а? В принципе, везде светло. Ну, вот здесь сюда еще поставим. Во, нормально. Тут стоит, смотри, зомбак. У меня оружия никакого нет, поэтому я пока не буду ничего делать. Я буду садить деревья, как бы получается, немножечко буду заниматься садоводством, добывать камень. Ух ты! Смотри, дерево появилось. Только что не было этого дерева, да? Вот. А с зомбаками со всеми пока я не хочу общаться. Нет, нет, нет. Не надо. А, замечательно. Сейчас мы этот самый соберем сразу дерево. Вот, вот это я хотел. Я буду делать из дерева всякие штуки-дрюки. Сразу положу, спрячу сюда дубовое бревно. О, две штучки. Это на всякий случай, вдруг не будет, мне нужно понадобиться дерево, а его у меня не будет. Вот, на всякий случай. И, в принципе, можно делать вот так вот, расширять. Видишь, дерево. То есть, мы расширяемся не камнем, а деревом, потому что это удобнее и быстро намного доской это все делать. А если я сюда поставлю, он же не успеет. Ой, не прибежит. Сейчас, собственно. Все, хорошо, смотри, видишь, как получается. Нормально, мы остров потихонечку будем расширять, улучшать, и все будет офигенно у нас, классно. Вот, смотри, видишь, у нас семена есть куча. Мы сейчас посадим сюда еще дерево. Сюда. Вот в этом месте. Хорошо, будем ждать. О, нифига себе, смотри. Дерево выросло. Офигеть, круто. Это здорово. Но мне надо будет сюда еще проложить, чтобы ничего не упало. Знаешь, как сделаем? Мы сейчас его соберем. Аккуратненько, чтобы оно никуда не упало. Вот, тропическое дерево, прикольно. Так, сейчас, секундочку. Вот. И сейчас что мы делаем? Мы расширим здесь территорию. Вот таким образом.
чтобы сейчас семена начнут падать, чтобы они не упали никуда в пропасть. Вот, хорошо, отлично. Видишь, как быстро я это все делаю. А мне бы пришлось-то очень долго ждать. Ох ты, еще одно дерево, смотри. Это мне нравится. Это очень хорошо. Видишь, как я расширяю остров свой быстро. Булыжником мне пришлось бы долго этим заниматься, а тут быстренько все. Так, сразу же. Ух ты, сколько семян, офигеть. Сейчас быстренько собираем. Вот, и семена опять-таки мы садим, саженцы. Сюда один. Вот здесь еще есть место, вот сюда. Хорошо, отлично. Так, смотри, тут появился паучок. Блин, мне бы паучка бы сюда бы. Было бы прикольно. Ладно, этим мы займемся попозже. А в принципе, смотри, что мы имеем, получается. Ух ты, саженец, офигеть. Он чуть туда не упал. Мне нужно расширять срочно. Срочно расширять в этом месте. Саженцы, если упадут, то будет печально. Потому что у меня больше саженцев нет тропического дерева. Все, сейчас расширим. Вот, хорошо. Вот здесь тоже все, сейчас быстренько расширим. 5 у меня осталось досточек. О! Тебе плохо? Чувак, а ты что, горел, а сейчас опять не горишь? Видишь, загорелся у нас друг зомбак. Ему не очень хорошо. Но он не любит загорать на солнце. Все, он умер. Так, а ну-ка, мы можем эту штучку забрать себе? Сейчас, секунду, подожди. Еду мы заберем. Да, гнилая плоть, но это еда все равно, поэтому... на безрыбье и рак рыба. Ага. Сейчас уберем эту всю растительность и заберем эти самые. У нас есть много саженцев. Ух ты, прикольно. Спасибо. Саженцев достаточно-таки много. Здесь я сейчас буду ставить кусочки земли. Ага. Сколько у нас там расстояние? Раз, два, три. Три расстояния. Раз, два, три. Вот сюда сейчас поставлю. Вот так, сюда, в этом месте. А, ну вот, в принципе, я напротив каждого саженца буду сейчас ставить землю. Так, где-то у меня еще тут куча земли была, сейчас возьмем. Вот так, хорошо. Все. И сейчас вот здесь, напротив этого мы поставили, напротив вот этого дуба мы сейчас ставим. Вот так, хорошо. И здесь мы заполним потом деревом, скорее всего. Да. Вот еще один саженец мы его берем. Саженец тропического дерева мы посадим, давайте, например, сюда. Саженец дуба. Куда бы тебя посадить? А мы поставим сюда и сюда. Вот так, хорошо. Вот, отлично, как бы у нас хватило места. Ну, теперь надо ждать, пока здесь какое-нибудь дерево вырастет, будет хорошо. Ага, ягодки. Ой-ой-ой, аккуратно. Сразу съедим ягоды. И надо будет аккуратно с этим кустом что-то делать, не знаю. Надо будет потом его пересадить куда-нибудь в другое место. Тут потихонечку тоже что-то растет. Тут бы надо бы еще водичку куда-нибудь поставить. Я придумаю, хорошо. Знаешь, как мы сделаем? Мы сейчас сделаем вот. Мы поставим воду вот здесь. Все. Вода есть, поэтому нормально. О, еще среди деревьев растут. Офигеть, сколько, два дерева, березка и дубокчик вырос, хорошо. Так, вода здесь, в принципе, есть, поэтому она, вся эта канитель должна расти, нормально-таки. И мы будем добывать, естественно, наше дерево, берем топорик и рубим. Это вообще классно, а то я уже замучился добывать булыжник. А дерево, это вообще классно. Красивое. Береза, мне очень нравится структура. Так, хорошо. Значит, берем березку, берем дуб. О, еще один вырос, прикинь, только что на моих глазах вырос, выросло дерево. Собираем. Офигеть, прямо на моих глазах выросло, представляешь? Ой, этот, надо что-то с этим делать, с кустом, убрать его нафиг отсюда. Ладно. Ну все, дальше строим. Здесь нам нужно окантовку делать, вот так вот, раз, раз. Вот так, хорошо. Окантовочку. И все, и пошли делать такую окантовку по всему острову. Благо, дерева у нас есть. Его много достаточно. Ну, может быть, не все, конечно, разный цвет дерева, как бы, может, не сильно красиво, но мне пофигу. Мне главное практичность, чтобы все было хорошо.
Так, здесь же нормально все, они не смогут перепрыгнуть. Вот опять у нас ягодки выросли. Во, ямка осталась, ладно. А, что у нас тут еще? Вот саженцы, собираем саженцы. Вот еще, вот хорошо. О, еще береза, смотри, выросла у нас только что неожиданно. Вот еще саженец берем. А у нас 5 саженцев, прикольно. Вот, хорошо, сюда садим. Где еще есть у нас место? Вот здесь садим, сюда. Ух ты, только что выросло еще одно дерево, офигеть. И смотри, еще дерево выросло, смотри. Офигеть просто, прикольно. Так, я сейчас тоже ямку сейчас сделаю. Сколько у нас там? Раз, два, три, вот здесь вот. Поставим так вот и вот здесь вот. Где у нас? Вот. И посадим деревья. Раз, два, два дерева. В этом плане тоже вот здесь сейчас посадим. Вот здесь я уберу. Посадим дерево. Вот так, хорошо. У нас еще есть место. Куда еще? Ну, давай сюда тоже посадим. Еще одно дерево. Вот так, хорошо. Хорошо. Да, дорогие друзья. Ну, на сегодня будем заканчивать эту серию. Смотрите, как мы хорошо успели развиться. Да, здорово. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч на этом выживании Skyblock. Пока-пока!